Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard Rest Info. В данном видео я вам расскажу, как подключиться к наушникам Bang Olufsen BLPlay H7 с помощью вашего Android устройства. Для этого включим наше устройство. И зайдем в меню приложений, выберем приложение настройки. После этого прокручиваем вниз, выберем пункт подключенное устройство Bluetooth и нажмем добавить устройство. Убедитесь, что ваши наушники включены. И в разделе доступные устройства будут данные наушники BLPlay H7. Нажмем на данные наушники. И с правой стороны нажмем добавить. И как можете заметить, мы подключились к данным наушникам. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!